Так, ну все, давайте мы теперь выключим свои мобильные телефоны, чтобы они не трезвонили во время мероприятия, чтобы ничего в карманах не булькало, не свистело. Потому что если будет у кого-то звонить телефон, это будет, это я услышу, телефон конфискую и верну уже на завтрашней лекции, тогда в Чайковском, что не каждому будет приятно. Поэтому давайте сделаем, переведем телефоны в неслышный режим, и я вам чего-нибудь расскажу. Вот, а давайте мы посмотрим, кто из вас меня уже видел, руку поднимите, есть такие? Есть. Ну, кстати, да, меньше четверти. А кто меня раньше еще не видел, есть такие, руку поднимите? Половина примерно. Еще четверть не может решить. Ну ладно. И для тех людей, кто меня еще не знает, напомню, что меня зовут Антон Котов, я путешественник, мне 40 лет ровно, сам я родом из Москвы. Уже довольно давно я путешествую по России, СНГ, Евразии, Африке, пишу книги о своих путешествиях и рассказываю людям о том, как устроен окружающий мир и как каждый человек может поехать в любую точку континентов, если он этого захочет. Я обычно лекцию читаю без микрофона, здесь такой какой-то огромный зал образовался, так чтобы докричаться до жителей, находящихся на галерке, мне придется пользоваться техническими средствами. На сегодняшней лекции я немножко расскажу про себя, расскажу о том, что такое вольные путешествия, чем они отличаются от буржуйского туризма и от спортивных походов. Также я скажу, какие 8 шагов нужно предпринять каждому человеку, кто хочет начать путешествовать, потому что перемещаться по нашей планете может каждый человек из присутствующих, все, кто не являются инвалидами первой группы, не сидят в тюрьме, все могут путешествовать. Для этого нужно знать и выполнить 8 пунктов, которые вам, собственно, и доведу до вас на лекции. После этого я немножко покажу картинок на этом экране, чтобы вы немножко дополнительно узнали, что такое вольные путешествия. Потом еще расскажу про проект «Дом для всех», объясню, чем этот проект хороший и как он приносит пользу сотням разных вольных путешественников. Кстати, не знаю, может, кто-нибудь из вас тут был в каком-нибудь нашем доме для всех? Есть знаки или нет? Руку поднимите. Не признается никто? Нет, не признается. Наверное, тем более вам это будет интересно. Вот, значит, и после этого расскажу еще про лесной трезвый слет, и потом отвечу на некоторые вопросы. После чего мы уже перейдем в тусовочный режим, сможем спрашивать уже все там в частном порядке, и постепенно отправимся в разные путешествия. Вот. Значит, про себя я уже сказал, что я родился в Москве. Москва очень удобный город для того, чтобы оттуда начинать куда-нибудь ездить. Я в 91 году, когда мне было 15 лет, обнаружил возможность бесконечной телепортации. То есть у нас в Москве довольно много электричек. В советские годы их было еще больше, контролеров было меньше. И оказалось, что можно доехать до конечной станции на любой электричке, не покупая при этом билета, потом сесть на другую электричку, на другой конечной станции и так далее, и так доехать до любого города. Я начал путешествовать, ездил в Ленинград, Минск, Киев, Киров, Харьков, Екатеринбург, Свердловск и в другие города. Потом обнаружилось, что можно также перемещаться автостопом на попутных машинах. Можно стопить на трассе какую-нибудь машину, доехать до какого-то места, а потом стопить следующую машину. Я подумал, что это удивительное явление телепортации, надо о нем всем рассказывать. Я стал всем людям распространять получившуюся информацию. Оказалось, что вовсе не я единственный такой умный человек. Более того, многие люди научились путешествовать гораздо раньше меня. Например, существует такой человек, Алексей Воров. Это самый опытный автостопщик в мире. Еще в 1978 году он основал Ленинградскую лигу автостопа. Не только основал, но и уже 40 лет он учит людей, как путешествовать автостопом, как это делать наиболее эффективно и быстро. Сам он проехал автостопом на попутных машинах 1 980 000 километров. То есть это примерно в 6 раз больше, чем от Ижевска до Луны. И даже 20 лет назад провел единственное в истории кругосветное полностью автостопное путешествие. Есть много других автостопщиков, клубов автостопа. И в 95 году я тоже создал свою тусовку, которая называется «Академия вольных путешествий». Чем мы, собственно, занимаемся? АВП, Академия вольных путешествий, это не какое-то здание, подобное этому университету, не турфирма. Это именно сообщество людей, которых интересует путешествие по планете. Мы эту информацию о путешествиях собираем, распространяем другим людям на лекциях, на слете, через книги, через интернет, через другие каналы информации. И ездим в разные места, и это очень интересно. В обмене информации возникает такой классный опыт, вот, он все увеличивается, и вы сами сможете понять, приедете там на слет и все почувствуете. Но что же такое вольные путешествия, чем они отличаются от буржуйского туризма и от спортивных походов?
Я вам сейчас это изъясню. Ну, смотрите, есть, например, буржуйский туризм. Человек, например, идет по городу Ижевска, видит какое-нибудь окошко туристической фирмы, там написано, полетите там в Таиланд, в Хургаду, в Гоа, точнее, в Хургаду, в Гоа уже нет, вот, во Вьетнам, полетите за 29 999 рублей, или там 39 990 рублей. И несчастный человек, отягощенный холодной ижевской зимой, бережет деньги, берет дома, бежит в турфирму, покупает тур, его сажают в самолет где-нибудь, в Казани там, или в Москве, уж не знаю, сажают его в самолет и везут греть свое толстое тело где-нибудь на пляже. И он действительно валяется в неделю на пляже около гостиницы, рядом с бассейном, поворачивается к солнышку правым левым боком, и потом, получив солнечный ожог, понос, покатавшись на верблюде, на слоне, возвращается обратно в Москву или в Ижевск и вспоминает, какие оказываются жулики тайцы, индусы, египтяне, турки. Купил он 20 папирусов по 200 фунтов, которые стоят 2 фунта, купил какую-нибудь статуэтку из кости, средства для импотенции, и после этого он наслаждается, копит целый год деньги на очередное путешествие. О таком стиле отдыха ничего рассказывать не буду, потому что у некоторых из вас наверняка есть знакомые, родственники, которые ездили в такой буржуйский тур на неделю святого, и обратно тебя привезли, и, собственно, и все удовольствие. Кроме таких буржуйских поездок, у нас в России довольно популярен спортивный туризм. Это человек, взяв палатку, рюкзак, или идет куда-то в горы, сплавляется по реке, или на лыжах идет, если снег имеется, или в пещеру какую-то проникает. В общем, и забирается на горы с помощью своего изможденного организма. И так постепенно преодолевает расстояние с помощью самого себя. Это тоже интересно, но довольно медленно, потому что никак ни на лыжах, ни на байдарке, ну, 300 или 500 километров в день никак не пройдешь. Ну, сложно, не успеешь. Есть, наконец, вольные путешествия. Вольный путешественник перемещается по городам и странам мира. Мы большую часть времени проводим в обществе людей, для которых это общение с нами не является работой. То есть в путешествии перемещаемся на попутном транспорте, а не в кондиционированном автобусе с надписью «Интурист». Общаемся с людьми без гидов и переводчиков, спим не в гостиницах и не в мотелях, а у местных жителей или там в школах, церквях, монастырях, где угодно. Общаемся с людьми и видим мир таким, какой он есть на самом деле, а не каким нам его хотят показать пугливые журналисты или составители глянцевых путеводителей и буклетов. В процессе путешествий каждый из нас может убедиться в том, что мир хороший, что люди отзывчивые и гостеприимные в каждой точке нашей страны и в других странах мира. И куда мы ни приезжаем, будь то Москва или Кабул, будь то Ижевск или Сан-Франциско, будь то Майами или Магадан, будь то Луанда или какая-нибудь деревня Папуа-Новая Гвинея, в каждом городе и селе мы находим интересных людей, которые нам действительно рады, и находим людей, близких нам по духу, новых друзей и знакомых, и люди с нами делятся всем, что у них есть, и мы видим, что весь мир — это одна большая семья, а не какое-то совражество злодеев, о чем нам трубят журналисты или какие-то представители напуганного поколения. Вольные путешествия оказываются интереснее и дешевле, чем путешествия буржуйские, даже дешевле, чем сидение дома. Но при этом они оказываются дольше, чем буржуйские поездки, потому что большую часть расстояний мы преодолеваем по земле. Время и деньги, они взаимозаменяемые, и чем больше у вас есть времени, тем меньше нужно денег. И наоборот, чем вам хочется быстрее путешествовать, тем больше денег потребуется на это. За последние 25 лет я совершил много разных путешествий. Некоторые маршруты нарисованы здесь на карте. Ну, мне так сложно пальцем показать, у меня палец короткий, поэтому вы сами следите. Вот, было много разных путешествий, где-то ездил там в одиночку, что-то вдвоем, там с другом или с подругой, бывало и втроем, бывали массовые путешествия, когда я организовывал массовые автостопные поездки в 90-х годах. Некоторые маршруты нарисованы вот здесь, вот на карте. Я был в 98 странах мира, во всех регионах России и почти во всех регионах СНГ. Из интересных таких путешествий можно вспомнить, например, поездку автостопом из Москвы через всю Россию, Якутск, Магадан, потом на попутном корабле в Советскую гавань, и обратно мы ехали с другом отцом в гавани до Москвы. Или же в 97 году мы поехали в Иран из Москвы через Грузию, Армению, Нагорный Карабах, в Иран до Персидского залива, потом вернулись обратно через Туркмению, Узбекистан, Казахстан. В 98 году я придумал автостопное путешествие автостопом в Индию и поехал 8 человек автостопом в Индию из Москвы через, опять же, Кавказ, через Иран, Пакистан, в Индию. Там мы разбежались по Индии в разные стороны и потом обратно вернулись в Россию аналогичным маршрутом. В 99 году мы поехали в страну Судан, которая оказалась самая добрая и интересная страна Африки,
опять же, из Москвы, через, опять же, через Воронеж, Ростов, через Батуми, через Турцию, Сирию, Иорданию, Египет. Мы поехали в Судан, путешествовали там месяц и вернулись обратно потом. А в 2000 году уже проехали автостопом всю Африку, из Москвы через Ближний Восток, Египет, Судан, Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, Ботсвану. Мы приехали в Намибию, где уже разъехались по Африке в разные стороны. У нас было тоже 8 человек. Вот. И потом, кто как возвращался обратно, самые интересные товарищи проехали назад по западному берегу Африки и вернулись домой только через полтора года. Были интересные путешествия в наши российские севера. Например, в поселок Тура и Вимкийского автономного округа. Это зимой мы ездили, морозы были ниже, чем 50 градусов. Вот. В заполярный город Нарьян-Мар мы ездили, там было 18 человек участников. Было и много других поездок. Там Афганистан, Европа, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, ну и разные другие страны. Я уже сказал, что я в 98 странах был, но это никак-то, никакое большое количество. Многие мои друзья побывали в гораздо большем числе стран. Но это не я все рассказываю, не для того, чтобы подчеркнуть, что я какой-то уникальный человек. Нет, путешествовать может каждый из вас, если он этого захочет. Для этого не нужно быть депутатом Государственной Думы, не нужно владеть контрольным пакетом акций ООО «Газпром», не нужно иметь дедушку-олигарха или квартиру в Москве на Арбате, чтобы ее сдавать и эти деньги потом профукивать. Это совершенно не обязательно. Более того, путешествовать может каждый из вас, каждый здесь присутствующих, ну, кроме, может быть, малолетних микродетей. Вот. Но если вам уже исполнилось какое-то нормальное количество лет, двузначное, вот, там, 16, 18 или больше, то весь мир, собственно, принадлежит вам. Что же нужно для того, чтобы путешествовать? Для того, чтобы путешествовать, нужно знать, понять и реализовать всего лишь 8 основных вещей, которые я вам сейчас, собственно, и сообщу. Вот, собственно, эти вещи. Первое. Для того, чтобы путешествовать, нужно захотеть путешествовать. Ну, скажут многие ленивые люди, я уже давно лежу на диване, хочу путешествовать, но диван никуда не двигается. Нужно не только захотеть путешествовать, но и сейчас, в 2016 году, и начать путешествовать. Не нужно ждать бесконечного никогда. Не нужно ждать, когда в будущем вы устроитесь, поступите в институт, закончите институт, устроитесь на работу, станете начальником, выйдете на пенсию, когда вашу пенсию повысят, и вы, подобно французским и швейцарским пенсионерам, будете шарахаться по странам третьего мира, стуча костылями, вставными зубами и очками, снимать там тайских шлюх и вспоминать свою бурную молодость. Почему не нужно ждать этого момента? Потому что к тому времени, как вы достигнете возраста тайских и французских пенсионеров, вы все уже сдохнете. Потому что средний возраст, начиная пенсии в Швейцарии, во Франции, немножко выше, чем средняя продолжительность жизни мужчины в России, которая составляет 58 лет. Но почему, собственно, и к 58 годам тоже дотягивать не нужно? Потому что с каждым годом у вас возникает все больше привязанностей, все больше разных проблем. Все дороже обходится каждый день вашей жизнедеятельности. Там в детстве достаточно там съесть 2 буханки хлеба в день, а глядишь, в старости уже нужно там 2 кислородные подушки. Вот, нужны какие-то еще проблемы. Возникают дети, внуки, разные привязанности, привычки, и человек становится все более привязанный к тому, к той обстановке, в которой он провел предыдущие полвека. Поэтому не нужно ждать, когда там настанет чего-то. Каждый следующий год приведет вас к тому, что каждый день ваш будет обходиться все в большую сумму. Вот. Каждый день будет стоить все дороже. Поэтому не тяните и отправляйтесь путешествовать именно в этом году. Никогда больше у вас не будет таких замечательных возможностей. Нужно было еще в прошлом году начинать путешествовать. То есть вы тянули резину, то значит сейчас самый лучший год из всех оставшихся в вашей жизни. Не нужно ждать будущего 2017-2030. Это значит первое. Это касается, кстати, любого дела на свете. Кто-то, может быть, хочет свою книгу написать. Кто-то хочет своим бизнесом заняться. Кто-то хочет приехать из Ижевска в другой город пожить там куда-нибудь. В Вятские поляны, в Москву или в Сингапур. Все это нужно сделать в этом году, потому что в следующем году будет это сделать гораздо сложнее. А через 10 лет практически невозможно. Поэтому хотите что-то делать, начинаем в этом году. Это первое. Второй пункт аналогичный, но противоположен первому. То есть не нужно сейчас выбегать из ворот Удмуртского университета и отправляться в кругосветку. Почему не нужно? Потому что надо сначала немножко подумать головой. То есть мозг – это очень важный орган. Если он у вас недостаточно на своем месте, все равно вы попробуйте его использовать.
И начать надо с небольших путешествий. Если вы никогда никуда не ездили, съездите на небольшое расстояние. Съездите в Глазов, например, или в Кез. Поезжайте там в Игру или в Болезино. Съездите вы в Пермь или в Москву. Потом в Ростов или в Стамбул. Потом уже в Петербург и на Байкал. Постепенно увеличивайте радиус поездок, чтобы проверить, насколько вам это нравится. Кроме того, нужно прочитать полезную книгу. Есть такая книга «Практика вольных путешествий». В ней описывается, как именно путешествовать автостопом, как выбирать позицию на трассе, как голосовать, стопить машину, как вести себя в машине, как общаться с водителями, с милиционерами, с местными жителями, со своими родителями, если у вас такая проблема есть. Сегодня каждый из вас, кого интересует путешествие, сможет приобрести эту книгу за любое пожертвование с помощью автомата. Специальный автомат лежит уже здесь. Вот, потом подойдете, бросите любое пожертвование, книжку купили. Если у вас ненависть какая-то к бумажным книгам, это вполне нормально. Вот, могу понять, что кто-то только и протирает свои смартфоны. Можно с моей странички ВКонтакте или же в группе творчества Антона Кротова скачать бесплатно эту же книгу, прочитать ее в электрическом виде. Значит, для того, чтобы путешествовать, прочитаете книгу, начните с небольших путешествий, съездите, говорю, в Агрыз, вот, в Болезино, вот, и в Кез, и потом увеличивайте радиус поездок. Это второе. Третье, что важно для путешествий. Для путешествий нужно выбросить телевизор. Я вижу по глазам некоторых граждан, что у некоторых дома есть телевизор. Это очень вредный агрегат, это жизнезаменитель, который показывает людям, как все плохо. Вот, телевизор для этого специально существует, чтобы людей напугать, рассказать, что мы окружены врагами. Ведь вы знаете, что везде нас ждут злодейства, правильно? Людей насилуют, убивают, они проваливаются в ямы, сбивают автомашины. Вот, на нас готовы напасть злые украинцы своим войском. Китайцы нашу русскую землю мечтают ведрами там выгребают и привозят себе в Китай. Вот, американцы всю землю опутали своими паутинами, какие-то евреи, злодеи. Вот, папуасы, каннибалы, негры, дикари. В общем, всюду нас окружают злодеи. Даже Москва такой опасный город, что там всюду происходит убийство или какие-то перестрелки. Если какой-то человек смотрит этот телевизор, как я называю это в арабских странах, шайтан-сундук. В общем, если у вас есть шайтан-сундук, то вы через него будете получать всякую дезинформацию о том, что в мире все плохо, и никуда уже, конечно, не поедете, будете только бояться. И ваши родственники тоже будут вас пугать. Вот. Кроме того, через телевизор проникает реклама 20 ненужных вещей, 200 ненужных вещей. Потому что если бы эти вещи были бы нужны, вы бы сами бы о них узнали как-то. Вот. Ненужные вещи, головы политиков и всякие страхи. Если вдруг завтра там столица Руанды, город Кигали, провалится под землю, или там все умрут от лихорадки Эбола, тут же даже в Ижевске все новости расскажут, что в Руанде город Кигали провалился под землю, все там умерли, и все будут бояться ехать в Африку, и уже будут знать, по крайней мере, про Кигали все необходимое. А пока в Кигали все нормально, никто из вас, наверное, даже не знает, далеко ли от Ижевска до Кигали, в какую сторону выезжать, и какие там свойства этого города. Кроме того, если, например, город Ижевск, например, разрушится, весь его сметет какой-нибудь ураган, землетрясение. Даже в Кигали люди через шайтан-сундук узнают, что в России страшный город Ижевск, который куда-то провалился, и будут бояться ездить в Россию и думать, что в России все плохо. А пока в Ижевске все нормально, никто в Кигали про Ижевск не знает и не понимает. Поэтому учтите, телевизор — это жизнезаменитель, который рассказывает о всякой глупости, о том, как в мире все плохо. Не смотрите его, выкиньте или покройте черной материей и отверните лицо к стенке. Это третье. Четвертый пункт очень важный. Нужно не пьянствовать. Пьянство – это величайшее зло. От пьянства возникает, ну, примерно четверть проблем в нашем российском бытии. То есть на 100 проблем, которые возникли у российских людей, путешественников, 23-24 проблемы возникли от того, что один человек выпил, двое выпили, третий не допил, возникли разные проблемы. Поэтому не пьянствуйте, и с людьми, которые пьянствуют, не вступайте в деловые взаимоотношения. Это четвертое, про пьянство. Пятое, что нужно знать. Пятое. Время и деньги взаимозаменяемые. Они заменяют друг друга. То есть, чем больше у вас есть времени, тем меньше нужно денег. И наоборот, чем больше у вас денег, тем меньше нужно времени на одно и то же путешествие. Ну, как пример, какой приведем. Например, какой-нибудь человек отправился из Москвы в Владивосток, хочет попасть как можно быстрее. Он что сделает? Он полетит на самолете, потратит там 14 тысяч рублей на самолетный билет, и, глядишь, через 9 часов он уже выходит в аэропорту Кневичи, садится на электричку, едет в Владивосток и наслаждается владивостокской жизнью завтрашним утром. А другой человек, у него было только 6 тысяч рублей, он купил билет на поезд, верхнее боковое плацкартное место, и спокойненько он неделю едет на поезде в тот же Владивосток.
А третий человек, у него было только 1000 рублей. И он поехал автостопом, и через 2 недели он тоже приезжает в Владивосток и встречается с 2 первыми людьми, с самолетным чуваком и с этим поездатым. И каждый смотрит на 2 остальных, и все крутят пальцем у виска, думают, как ты мог так странно ехать. Но проблема-то в чем? Проблема ни в чем. Каждый человек поехал тем способом, каким он захотел. Один поехал быстрым и дорогим, второй средним, третий поехал дешевым и медленным. То же самое в других каких-нибудь случаях. Один человек, например, направляется из Ижевска в Куала-Лумпур, Малайзию. Ну, он куда-нибудь там, не знаю, срочно бежит в Казань, из Казани, может быть, летит в Ташкент. И вот из Ташкента летит в Куала-Лумпур, и через сутки он уже в Куала-Лумпуре наслаждается малайзийской действительностью. И потратил, скажем, $350 на такое передвижение. А другой человек столько денег не имел. Он взял, себе сделал за 1500 рублей китайскую визу и поехал автостопом из Ижевска через Казахстан, через Китай, через безвизовый Лаос, безвизовый Таиланд, приезжает в безвизовую Малайзию, и ровно через 20 дней он встречается с первым человеком, который туда присамолетился. Первый человек потратил там $350, второй потратил, например, $80 на визу и все свои удовольствия. Так и в других перемещениях. Чем больше у вас времени, тем меньше нужно денег. И наоборот. Это было 5-е. 6-е, что нужно помнить. 6-е. Про изобилие окружающего мира. Каждый день на всех трассах Земли проезжают разные машины, в которых есть свободное сиденье. Если вы поднимете руку, то одно из этих свободных сидений окажется под вами, и вы уедете в какой-то следующий город. Правильно? Вот. Также каждый день в каждом городе мира, от Майами до Магадана, в каждом городе имеются, простаивают 1000 квадратных метров пола в теплых помещениях, где могли бы расстелиться в спальный мешок и переночевать. Но вы сегодня остались у себя дома в Ижевске, это даже правильно, вы пришли на мою лекцию, но в следующий раз вы могли бы оказаться в другом месте, потому что в каждом городе мира место для ночлега есть. Кроме того, завтра в каждом городе Земли выбросят 100 килограмм разных продуктов, которые сегодня могли бы стать вашим обедом и ужином. Но вы туда не приехали, остались дома. И а там завтра эти продукты станут уже вчерашними, они сварят новые, а вчерашние выбросят. И когда вольный путешественник перемещается, все это изобилие мира падает нам на голову. Неизвестные нам люди подвозят нас на трассах, приглашают нас в гости, угощают нас, делятся полезной информацией и так далее. Но! Что нужно знать самое важное? Возвращаясь из дальних путешествий, мы сами должны увеличивать изобилие мира. У кого есть машина, мы подвозим других людей. У кого есть жилище, мы приглашаем к себе других людей, знакомых и незнакомых. У кого есть еда, мы угощаем других людей. У кого есть полезная информация, мы делимся ею друг с другими людьми. И тем самым мы увеличиваем изобилие мира. Вкладывайте в изобилие мира. Это самая лучшая инвестиция, которую вы можете сделать. Не верьте, не вкладывайте в МММ, в Мавроди, в Сбербанке, ваучеры свои вы, наверное, все бестолково продали. Вот. И, наверное, какие-то акции, все это фуфло. Вот. Если вы вложите непосредственно свои деньги, силы и время в изобилие мира, в помощь другим людям непосредственно здесь, то без всякого банкомата, без всякого процента вы получите это где угодно, без всяких сомнений, в любой точке Земли, от Папуановой Гвинеи до Мехико, в каждом обитаемом пункте планеты. Поэтому видим, например, что узбеки и таджики красят забор перед нашим домом. Выносим гречневую кашу и чай с плюшками, понимаем, что таджики и узбеки – это очень классные люди, они здесь в другой стране, надо чем-то питаться и радоваться. Если мы видим, что когда он едет на машине, видит автостопщик стоит, надо подобрать его. Если видим, что какой-то человек завелся и хочет переночевать у нас, пускаем его все в гости ночевать знакомого и незнакомого. Тем самым мы инвестируем в изобилие мира. Потому что мир хороший, но мы сами должны его улучшать. Чем лучше мы сами, тем меньше у нас сомнений в том, что другие люди тоже окажутся хорошими в любой точке Земли. Это было 6-е. 7-е, что нужно помнить. 7-е. Помните, что для всяких дел в жизни, в том числе и для путешествий, нужно иметь терпение. Бывает, что не первая же машина останавливается. Бывает, что визу дают не сразу какой-нибудь страны. Бывает также, что, например, не сразу зовут в гости на ночлег. Всякое бывает. Поэтому, ребята, имейте терпение и постоянство намерений. Если какой-нибудь глупый человек или человечиха, сегодня он там утром хочет там путешествовать, завтра хочет устроиться на работу, послезавтра хочет жениться, через 4 дня он хочет там развестись, через 5 дней он хочет покончить жизнь самоубийством, через 6 дней опять хочет путешествовать. Если человек меняет все время свои намерения, то ни в одном из намерений он, скорее всего, не преуспеет. Поэтому имейте терпение и постоянство
постоянства намерений. И последний пункт, восьмой, очень важный. Что делать, если кому-то из вас путешествовать не хочется? Вижу по глазам, кому-то не хочется путешествовать. Это нормально. Вот, то есть к путешествиям склонен примерно 1 из 1000 людей. Если вы не относитесь к этим людям, вот, если вы не хотите путешествовать, то не беспокойтесь. Главное, ищите свое дело на этой земле и делайте его хорошо. Какое будет ваше дело на свете, никто за вас не скажет. Ни я вам не скажу, ни соседка в подъезде, ни родители вам не угадают, ни преподаватель в институте, ни политик в телевизоре. Никто вам не скажет, что вам делать в жизни, куда идти, чего говорить и куда стремиться. Только каждый из вас может найти сам свое главное дело в жизни, чем ему, собственно, заняться. Чтобы каждое утро просыпаться, думать, блин, какой сегодня классный будет, интересный день, как здорово будет, интересно, как будет все классно. Вы просыпаетесь, думаете, какой офигенный день сегодня, а завтра еще лучше. И так вы живете, вам так здорово, но только вы должны сами понять, какое у вас есть главное дело на земле. Если вы его найдете, свое главное дело, будете приносить пользу себе и другим людям, можно быть очень даже хорошим человеком, даже не покидая пределов Удмуртии. Вот так вот. Так что не хотите путешествовать, пожалуйста, не путешествуйте, я вам это разрешаю. Главное, решите, чего вы вообще в жизни хотите, и делайте это. Итак, для тех людей, у кого однобайтовая память, я вкратце повторю 8 пунктов. Ребят, давайте, еще раз, не ловите, вкратце. Первое. Хотите путешествовать, у вас только 1 год, чтобы начать, дальше будет никогда. Поняли? 2016 год. На все ваши важные дела. Второе. Не разбегаем сейчас университетом в кругосветке, а сначала прочитаем книгу «Практика вольных путешествий», прочитаем в интернете советы других путешественников, пообщаемся с другими опытными людьми, которые уже есть в Ижевске, и начинаем с небольших поездок. Если вы никогда не были ни в Кизу, ни в Глазове, то это, конечно, ваши первые пункты назначения. Не нужно ехать в кругосветку, если вы никогда не были в Вятских Полянах. Вот, следующее, третье. Выбросьте телевизор, это жизнезаменитель, шайтан-сундук. Следующее, четвертое. Не пьянствуйте. Пьянство – это величайшее зло. И с людьми, которые в состоянии пьянства находятся, не вступайте в разные взаимоотношения. Пятое. Помним, что время и деньги заменяют друг друга. Чем больше у вас есть времени, тем меньше нужно денег. Правильно? Шестое. Что нужно помнить? Вот, что изобилие мира, оно есть уже сейчас. Уже сейчас нас ждут папуаново-гвинейские жители на острове Кар-Кар, рядом с Папуаново-Гвинеей, жители Нью-Йорка на Манхэттене и жители далекого там какого-нибудь города Ла-Паза в Мексике. Все они ждут нас. Но для того, чтобы мир был еще лучше, мы сами инвестируем в изобилие мира. Кормим голодных, вписываем бездомных, угощаем страждущих, всем людям несем добро, и у нас не будет никакого сомнения в нашем путешествии, что люди к нам отнесутся хорошо. Остальные люди, всяко, что они не хуже, чем мы, правильно же? Вот. Следующее, седьмое. Нужно иметь терпение и постоянство намерений. И последний пункт, восьмой. Вдруг не хочется кому-то путешествовать. Тогда, ради бога, пожалуйста, не путешествуйте. Главное, чтобы ваша жизнь вам самим нравилась и соответствовала вашему собственному плану на жизнь. План только ваш собственный может быть, не может быть никакой чужой. Только вы сами можете понять, как должна быть устроена ваша жизнь сегодня и через 10 лет. Вот, теперь я немножко покажу фотографии, чтобы вы немножко поняли, что такое вольное путешествие, и обрадовались. Сейчас я буду перелистывать фотографии, а вы на них посмотрите. Так. Вот я перебираюсь к компьютеру. Так, ну это поняли уже, это маршруты моих путешествий, тут говорить нечего. Вот. Значит, чего? Это разные виды транспорта. Автостоп — это именно человек стоит на трассе и стопит попутные машины. Это не протирание смартфонов, не сидение дома и не хождение по автопредприятиям в поисках, кто едет на следующей неделе в набережной Челны. Вот. Это значит автостоп. Автостоп бывает разный. Вот. На всех трассах России и мира существует такое явление, как автостоп. Существуют разные виды транспорта, которые нас подвозят по разным трассам планеты. Чем более южная страна, тем больше людей может ехать в одном транспортном средстве. Поэтому не верьте, когда скажут, что какая-то машина переполненная. Это все вранье. Чем больше людей в машине есть, тем больше в нее еще может поместиться. Вот. Это вы должны знать. Любая машина, даже легковая, имеет довольно большие резервы вместимости. Это вот мои фотографии из Афганистана. Наши советские машины отличаются довольно большой прочностью. Ограничивает только вопросы, только беспокойство самого водителя. 22 человека на одной «Волге» — это нормально. Вот. Разные самые транспортные средства могут перевезти человека. Было бы у вас желание, терпение и постоянство. Дороги в мире бывают разные, транспортные средства бывают разные. Но все, что есть, оно все перевозит человека.
Не все страны мира имеют такие хорошие дороги, как Россия. Многие страны имеют плохие дороги, но и на плохих дорогах можно дождаться машины, которую вы ждете. Рано или поздно какая-то машина приедет, вы ее растолкаете и отправитесь в путь. И будет вам от этого счастье. Вот, значит, что еще? В некоторых странах бывает аппарат для автостопа, подгонит какой-то вот кровать, например. Вот, чтобы лежать на кровати и стопить, очень удобно. Вот, это трассы Эфиопии. В России, конечно, стопить лучше в одиночку или вдвоем, не нужно стопить большими группами. Но если вы оказываетесь в тропиках, в Африке, в Азии, то бывает стопим, да, и втроем, четвером, пятером, шестером, всякое бывает. Вот, но опять же, дорогами не все страны снабжены хорошими, некоторые дороги бывают худоватые. Ну, всюду можно уехать, не бойтесь. Главное – иметь терпение. Терпение, ну вот, бывают разные дороги, вот, бывает зима, зимний автостоп. Зимой, сейчас, включая март, в России автостопный момент такой, что большая часть России доступна для передвижения по дорогам, которые называются зимники. Ведь обычно люди ездят только в южной части России. Европейской России или там до мама примерно. А если вы едете на север, то только зимой, когда замерзают реки и болота, можно уехать на разных машинах, снегоходах в разные далекие северные городки и поселки. Но для этого нужно тепло одеваться. Не нужно прямо сразу вот, в рубашечке уезжать в Тулу, в Венкию, там, потому что машин-то мало. Бывает, что ждать приходится долго. Но человек, имеющий терпение, может проникнуть в любой населенный пункт континентов. Главное – желание. Главное – желание и терпение. Это все фотографии зимники. Вот, зимние дороги, по которым ездят самые разные транспортные средства. А это летние дороги. Но это не у нас. Я уже сказал, что не все страны мира имеют такие хорошие дороги, как Россия. Кое-где дороги бывают плохие. Но плохие дороги, они, собственно, способствуют автостопу. Обычно, чем хуже дороги, тем лучше люди, правильно же? Вот. И тем лучше автостоп, тем проще застопить машину. Можно даже особо за ней не гоняться, она неторопливо мимо вас проползет. И вы спросите, куда она едет, и уедете, куда захотите. А это все была езда, автостоп первого рода. Езда в попутных машинах. Бывает езда на попутных локомотивах, на грузовых судах, когда, на грузовых поездах, когда мы стопим какой-то грузовой поезд. Вот. В России, особенно европейской России, сейчас это не очень эффективно, потому что вас, ну что, террорист какой-то. Но и здесь и не нужно, здесь много есть обычных автомобильных дорог. Но в разных тропических странах можно легко застопить какой-нибудь локомотив и уехать туда, куда вы захотите. Это зависит сильно от страны, но когда вы уже начнете этими странами интересоваться, вы почитаете в интернете опыт других путешественников, бывают кое-где даже такие самодельные, видите, железнодорожные транспорты, можно уехать, все можно. Кое-где бывает и можно застопить поезд на рельсах. Рекомендую здесь. В Ижевске это не пробовать, чтобы вас, опять же, не обвинили в терроризме, но кое-где можно застопить поезд на рельсах и уехать, и будет вам от этого железнодорожное бесплатное счастье. Бывают самые разные локомотивы, поезда. На Мадагаскаре, например, люди, поскольку не богатые, тоже часто ездят в грузовых поездах. Вот с углем, например, еду на Мадагаскаре. Вот мы тоже едем в грузовом вагоне. Вот. Одна из них вот, Таня Зорина из Ижевска, другая Екатерина из Пензы, а третья Маша по имени Биг. Ну и я, собственно говоря, вот мы тоже едем на рабочем поезде в Мадагаскар. Вот вы тоже видите, что пассажиры какие-то устроились снаружи поезда, видите, на локомотиве едут, тоже бесплатно, это Мадагаскар. Вот, бывает, что и в цивилизованных странах можно застопить какую-нибудь грузовую или рабочую автоматрису или же какой-нибудь поездок. Это Швейцария, вот, это же Мексика. В Мексике вообще отменили почти все пассажирские поезда, и там все население ездит на грузовых поездах, потому что это бесплатно, на автобус у них обычно денег нету, и в одном грузовом поезде, бывает, я видел 200 человек в одном грузовом поезде, а максимум, говорят, 500, но 500 я не видел ни разу. Вот, вот такой вагон, как справа, это считается купейный, потому что в нем можно лежать, остальные плацкарты. Вот. В России не всегда так удобно, потому что холодно. Ну, а в Мексике, пожалуйста. Вот, ну, это понятно. Россия, Россия, Германия. Кроме езды автостопом второго рода на попутных локомотивах, там, где нету железных дорог и автомобильных дорог, существует плавание на попутных судах, речных и морских. Например, на этой барже мы с другом плыли неделю по Якутии. Вот, а это разные другие суда, на которых я плавал. Вот, разные транспортные средства, пассажирские, грузовые, при наличии большого ума и активности можно плавать на попутных судах в пределах каждой страны, в пределах Индонезии, Филиппин, России, той же это контейнеровоз грузовой. Я единственное предупреждаю о трудностях межконтинентального гидростопа. Если вы собираетесь пересекать
океан, то это трудно очень. Поэтому проще всего, конечно, в Америку перелететь. Ну а в пределах одной страны, конечно, можно плавать. Но это попутный самолет грузовой из города Нарьян-Мар в Рыбинск. Вот это просто всякие цветочки. Вот, цветок рафлези, например, такой бывает. Вот, вот такие цветочки иногда бывают. Вот видите, это местные жители папуасы, например. Я показываю разные физиономии людей, чтобы вы поняли, что нет плохих стран, нет плохих народов, хотя люди могут разные физиономии иметь. Иногда будет они по-разному. Но везде они, в принципе, нам рады. Вот, куда мы не приезжаем, люди очень рады с нами встрече. Даже в тех странах, про которых вы, может быть, мало знаете. Чем страна меньше рекламируется, тем эта страна лучше и приятнее. И каждый из вас сам может уехать из Ижевска автостопом в Папуа-Новую Гвинею через Китай, Лаос, Таиланд, Малайзию, Индонезию, застопить в эту машину, например, и уехать дальше по дорогам Папуа-Новой Гвинеи. Все это возможно. Нужно иметь загранпаспорт и мозги. Это самое главное. Не нужно иметь 50 тысяч долларов или рублей на вашу транспортацию. На все возможно доехать по земле. Было бы желание. Вот, Папуа-Новогвинейские дороги, люди, трассы, автостоп, ребята всякие, старики, жители. Это все жители Папуа-Новой Гвинеи, как пример просто такой интересной, разнообразной страны, которая, казалось бы, на другой точке мира, но при этом люди-то классные везде. Вот, не нужно бояться и думать, что нас окружают какие-то злодеи. Некоторые папуасы вот носят такую дурацкую одежду, например, у нас вот галстук, кто-то бывает, нацепляет, а у них такие пиписьки накладные бывают. Некоторые папуасы живут в экологически чистых домах, например, вот таких вот без ГМО. Вот, кто любит вот, экологически чистую жизнь, может как раз поехать в страну папуасов и одеть такую пивиську папуасскую, и будете наслаждаться, что вы без ГМО живете. Вот, как это знаете, Анастасия, звенящие кедры России. Вот, 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 пожалуйста, человек тоже живет экологически чистой жизнью, без всяких ГМО у него нет. Вот. Это африканцы, просто пример разных людей. Вот, жители Замбии, Эфиопии, вот, Китая, Тулы, Грил. Вот, это есть афганцы. Просто пример разных людей, что физиономии-то у людей разные, а сущность у нас-то одинаковая. Вот, поэтому не нужно думать, что люди какие-то в других странах хуже нас. Нигде нет плохих стран, нет плохих народов. Как бы вам ни утверждали обратное, средства массовой дезинформации. Вот. И украинцы, и жители Львова, и Донецка, и жители Папуасии, и Африки, и американцы, и индонезийцы – все очень даже классные люди. Главное, поймите, что весь мир – это одна большая семья. Вот. И всякие фрукты, овощи всякие в разных странах, у нас бывают большие такие, вот маленькие, разные. И вот теперь для разнообразия немножко фотографий с Америки. Прошлое летом я путешествовал по штатам, немножко фоток с Америки покажу, чтобы вы случайно не подумали, что я только среди папуасов и провожу свою жизнь, как Миклуха Маклай. Это Сан-Франциско, горы всякие американские, елки, горы разнообразные, водопады, елки. Вот, Питер, троллейбусы, небоскребы, автобусы, Лос-Анджелес, вот, Лас-Вегас, кактусы всякие, вот, Америка, природа Исаяна, конечно, неплохая, то есть там неплохая природа в Америке, всякие горы, щели в горах бывают интересные, вот, всякие отверстия. Автостоп, конечно, в Америке так себе паршивый, и с табличкой, вот, это местные автостопщики с табличкой тоже гниют на трассе, вот, встретил случайно, это я на трассе, вот, это значит, что Винты американские, Денвер, Чикаго. Вы видите, записки с квартиры, где я ночевал, 47-й этаж. Вот мы с товарищем на 47-м этаже. Вот, что это у нас? Ниагарский водопад, Ниагара, Манхэттен, статуэтка свободы, Минты опять американские. Вот, Empire State Building, вид Нью-Йорк с 50-го этажа, Нью-Йорк. Вот, всякие там другие места, самые южные точки Америки. Вот, видите, загранпаспорт, вот чего. Сегодня как раз перед лекцией звонила какая-то бабка, какая-то спрашивает, что можно ли путешествовать без загранпаспорта. Ну, можно, только по соседним странам. Можно ездить в ДНР, вот, этот самый Казахстан, куда еще, в Абхазию, в Южную Осетию можно ездить, и Белоруссию. А так, вообще, звоните загранпаспорт. Стоит он 3000 рублей, зато его хватит, пока вы его странички не изгадите визами. Вот. Попросите, чтобы плотнее ставили штампики, чем плотнее вам ставят визы и штампики, тем удобнее вам будет путешествовать. Вот, то есть надо, чтобы штампики ставили поплотнее. Вот, значит, это я сказал, что штампики просите, чтобы как можно меньше места они занимали, иначе паспорт закончится по штампу, вам придется раньше времени делать новый. Вот, значит, что хотел сказать.
Очень хорошая книга. «Практика вольных путешествий». Уже сказал, но кто-то же опоздал, поэтому еще расскажу. Самая главная книга о том, как путешествовать. Все технологии подробно изложены в этой книге. Это самая популярная книга о путешествиях. Сегодня за любое пожертвование с помощью специального автомата вы сможете приобрести. Вот автомат стоит прямо на сцене. Вот, это разные издания книги. Я пишу разные книги, автор 40 с чем-то разных книг. Пишу и повести о путешествиях, как вот это вот в Нагорье и джунгли Новой Гвинеи. Про Китай у меня есть книга, например, «Автостопом в Индию». Вот. Разные путеводители по разным странам, Мадагаскар, там всякие разные. Ну, это как пример просто привожу. Вот, Индонезия, свежий путеводитель, буквально недавно вышел. Вот, ну, это так, некоторые из моих книг, не все. Вот. А так, в целом, это карта моих путешествий. Ну, сейчас я обратно на сцену вылезу и вам что-нибудь еще расскажу. Вот. Ну, я вкратце вам показал, что такое вольные путешествия, чтобы вы не только на слух, но и на взгляд тоже немножко разобрались. Да, путешествовать можно. Мир открытый. Не верьте тем, кто будет говорить, что везде нас ожидают злодеи. Мир такой, каким мы сами его сделали. Чем больше мы сами приносим людям пользы и добра, тем меньше у нас будет сомнений. Не жадничайте, не пьянствуйте, не опаздывайте. И будет вам от этого счастье. Я еще, значит, расскажу несколько слов про полезный проект, который называется «Дом для всех». Потому что этот проект приносит пользу многим сотням людей. И, может быть, кому-то из вас он тоже принесет пользу. Проект, собственно, вот в чем заключается. 10 лет назад я поехал в город Иркутск очередной раз. И там по заранее намеченному плану мы с друзьями сняли большой деревянный дом, который стал домом для всех людей. Все люди на земле могли приехать в Иркутск и пожить там бесплатно в этом доме, если человек имел спальный мешок, мозги, не пьянствовал, соблюдал правила пользования дома, мог жить там сколько угодно, не затрачивая денег. Каждую неделю там проводили тусовки, встречи, посвященные путешествиям. Проводили также разные дни, другие концерты, религиозные диспуты, разные вечера, посвященные оздоровлению. Была такая культурная изба. И, живя в Иркутске, за эти 4 месяца все желающие совершали разные походы по Иркутской области, Бурятии, Монголии. Всего людей, которые пожили в доме за это время, было 130 человек. Ну, не одновременно все жили, конечно, одновременно ночевал там человек 20. И каждый день кто-то приезжал, кто-то уезжал. И плюс еще местные жители приходили к нам потусоваться. Кто-то из гостей года пожил там неделю, кто-то месяц, кто-то один раз переночевал, кто-то прожил там пару месяцев. Вот, потом, спустя 4 месяца, когда на землю русскую начал падать холодный белый порошок, вот, многие люди разъехались из дома, кто-то уехал в тропики на зимовку, кто-то уехал обратно в свои города. И всем так понравилась наша совместная жизнь в Иркутске, что следующий дом для всех пользовался большим спросом. Я его сделал в городе Ош, Киргизии. Заранее всем людям объявил, что следующий дом будет в Киргизии. И все люди на земле поехали в город Ош, Южная Киргизия, мы там жили, путешествовали по Киргизии, Узбекистану, Таджикистану, ходили в походы, просвещали киргизов. Была такая культурная киргизская изба. Потом, следующий дом для всех я сделал уже не в Киргизии, а в Каире. Потом был дом для всех в Владивостоке. После Владивостока был дом для всех в Архангельске. Все это было очень интересно. После этого шестой дом для всех я сделал в городе Душанбе. Все эти дома для всех, они анонсировались заранее, за несколько лет. Все знали о том, где будет очередной дом. И в Душанбе был сделан очень популярный дом. В нем пожило больше 100 человек из 25 стран мира. То есть бывало, что за одним столом там, в этом Дастарханом, в этом Душанбе сидели в доме представители там 10 разных стран, такие там русские, евреи, таджики, вот, украинцы, какие-нибудь поляки, словаки, мы все там ели вместе эти арбузы, дыни, лепешки, чай пили, вспоминали местных ментов и всякие приколы, которые были с нами в этой стране, обменивались информацией. И проводили, конечно, встречи, посвященные путешествиям, просвещали таджиков технологиям путешествий. Потом следующий дом для всех я сделал в городе Стамбул. Это был не отдельный дом, а две квартиры на одной лестничной площадке, которые, собственно, заселялись всеми людьми, приезжали все люди знакомые, незнакомые. Пожило там 168 человек. Даже моя мама приехала в Стамбул. Первый раз она оказалась за границей и была очень рада пожить в доме для всех в Стамбуле. Даже книжку потом написал на эту тему, называется «Чаепитие на берегу Босфора». Ну, значит, я к тому, что стамбульский дом, как там происходила жизнь. Каждый день там было двое дежурных, которые следили за этим домом, убирали за всех, мыли посуду и готовили обед и ужин на все население. Встречали новых гостей. Там мы проводили разные тусовки, встречи, одновременно ночевало 30-35 обычно человек. Каждый, кто приезжал, мог там остановиться на любое время.
Опять же, там кровати, напоминаю, нет, там все спят в спальных мешках, разумеется. Мы там проводили разные встречи, тусовки. И плюс, значит, каждый, кто хочет, если имеет средства, мог приносить еду какую-нибудь в дом, из которой дежурные и готовили общественный ужин. Кроме того, можно было, там была банка для пожертвований, можно оставить было пожертвование в фонд дома для всех. Вот, таким образом, у нас был коммунизм от каждого по способностям, каждому по потребностям, как завещали классики марксизма. Потом следующий дом для всех был в том же 2013 году в городе Красноярске, в нем пожило 238 человек. Это была избушка хорошая, мы там жили, ходили на красноярские столбы, ездили всякие там Дивногорские, Енисейские, Ачинские, Канские, по разным горам ходили, в Туву ездили и так далее. Потом был дом для всех в городе Куньмин, это юг Китая. Потом был дом для всех в Мехико, он длился полгода, больше, чем 100 человек пожило в мексиканском доме. Потом был дом для всех в Мадагаскаре. И очень популярный дом был сделан полтора года назад в городе Севастополь. Севастопольский дом длился 3 месяца. Там пожило за это время целых 503 человека. Это самый был рекорд всех домов для всех. Одновременно там спало где-то человек где-то 70, 60, 50 по-разному. И было тоже каждые двое дежурных, которые готовили еду на всю эту тусовку. И мыли посуду, прибирались в доме, и мы проводили почти каждый день, каждый второй день, разные тусовки, встречи, посвященные путешествиям. Так что там у нас прошло около 43 разных мероприятий, посвященных путешествиям. Приходили и крымчане, и, собственно, сами жители дома. И в доме жили и жители Киева, и Луганска, и Донецка, и россияне, и белорусы. И хотя в это время как раз шла такая война на Донбассе, но экспериментально было обнаружено, что мы, жители Киева, и Луганска, и Днепропетровска, и Москвы, можем жить в мире на территории гораздо меньше, чем наша планета, даже на территории одного дома и двора. Это чувство совместного единства и братства. Это очень интересно само по себе. И потом следующий дом для всех сделал в Берлине. Потом был дом для всех в Индонезии. Это было в прошлом году. Март-апрель-май был дом для всех в Индонезии в городе Джокьякарта. В нем пожило больше, чем 142 человека. По-моему, 143. Вот, значит, про проект «Дом для всех» можно говорить много. Но я в целом скажу. Во-первых, значит, «Дом для всех» — это коммунизм в отдельно взятой избе, который перемещается по планете. Вы помните, что Владимир Ильич Ленин мечтал построить коммунизм во всем мире, но он потом был отравлен и умер в страшных мучениях, и он не успел сделать коммунизма. Потом, значит, был Сталин, который тоже хотел сделать коммунизм в отдельно взятой стране, но он тоже умер, и получилось все это не так. А у нас коммунизм в отдельно взятой избе или квартире, которая перемещается по планете и возникает в городах, в заранее назначенных и обрямленных местах. После того, как я сделал уже множество разных домов, все это были временные жилища, многие мои друзья и знакомые тоже стали открывать подобные дома для всех в разных городах планеты и заранее объявлять их, чтобы каждый желающий мог использовать их как базу для путешественников. И вот на этот год существует аж целых 5 анонсированных домов на 2016 год, которые каждый из вас из Ижевска тоже может поехать. Такой дом можно использовать как базу, чтобы исследовать регион. Первый дом для всех будет в городе Астрахани с 15 июня по 15 сентября этого года. Делать Астраханский дом будет новый президент Академии вольных путешествий Алексей Кулешов. Вот он всем об этом объявил. ВКонтакте есть группа «Дом для всех в Астрахани». Загляните в группу, потом ближе к делу прочитаете правила пользования дома и приедете. От вас это не так далеко. Второй дом для всех будет делать дом Денис Коновалов, мой друг из Петербурга. Он будет делать дом для всех во Владивостоке. Но это как раз на 2 месяца, с 15 июля, тоже по 15 сентября. Третий дом для всех будет в Петропавловске-Камчатском, его делает мой друг другой Дмитрий Дубровин. Это 3 месяца с 1 июля по 30 сентября. Еще один дом для всех, менее известный человек, будет делать в поселке Чимал на Алтае, но про этого человека ничего сказать не могу, его не видел. И еще один дом для всех действует прямо сейчас в городе Герои Донецке. Я буквально 10 дней назад вернулся оттуда, подтверждаю, дом существует, все там нормально. Дом для всех – это очень интересный проект. Нам может приехать каждый человек, приезжают люди в самом разном возрасте, приезжают и пионеры, и пенсионеры, только не нужно приезжать с мелкими животными и с микродетьми, которые будут кричать и которые не способны самостоятельно функционировать и отвечать за свои поступки. Поэтому, если все присутствующие взрослые, каждый из вас может такой дом посетить, пожить там какое-то время, использовать дом как базу для исследования региона. Кто-то еще не был в Астраханской области, поезжайте.
приезжайте в Астраханскую. Тут не было Владивостока, поезжайте туда. Можно 2 дома за год посетить, или даже 3, если так аккуратненько по времени у вас сойдется. В интернете, в группе Академии Вольных Путешествий, вы можете найти все посвященные домам подгруппы. И кроме того, здесь вот на заборе написал вот, надписи, какие дома для тех людей, у кого, опять же, однобайтовая память. Тут написан список домов для всех, которые в этом году вы подойдете и перепишите, если вы все уже, что я сказал, забыли. Вот там же группа в Академии Вольных Путешествий ВКонтакте для тех, кто, опять же, не способен запомнить. Вот, ну или забыл случайно, все здесь написано. Вот, но для всех это очень интересный проект, который поможет не только посмотреть регион, но и найти там друзей, других путешественников, пообщаться с кем-то, узнать что-то о регионе. Это очень интересно. Вот, для того, чтобы поехать в дом для всех, не нужно предварительно регистрироваться, не нужно им быть каким-то богатым человеком. Туда приезжают и богатые люди, и безденежные люди, самые разные. Вот, кто хочет как-то помочь дому, может оставить какие-то добровольные пожертвования или принести каких-то продуктов согласно списку необходимых продуктов. Если кто-то безденежный человек, никаких проблем, мы его накормим, напоим, все у него будет хорошо. Как дома такие функционируют, я подробно описываю в книге «Дом для всех». Можете потом посмотреть и все подробно в книге узнать. Вот. Или же в интернете тоже прочитать. Вот. И еще несколько слов я скажу про лесной трезвый слет вольных путешественников. Каждый год в июне проходит лесной трезвый сход вольных путешественников. Он проходит в Московской области недалеко от города Талдом. Там собирается 500-600 человек. Все темы, которые интересуют путешественников, все темы там поднимаются. Про любой регион мира можно там узнать. Там проходит централизованно 50 лекций, и днем, и ночью, днем у костра, вечером с проектором, в пятницу, субботу несколько площадок одновременно работают. И про любой регион мира, какой вы собираетесь, можно узнать подробности на лесном трезвом сходе. Поэтому давайте, ребят, все приезжайте на сход, все это будет в самом начале июня, с 1-5 июня. Найдете в интернете, в группе Академия Вольных Путешествий, и найдете группу 10-й лесной трезвый сход, приедете, будет вам от этого счастье. Это я вам сказал немножко про лесной трезвый сход. Ну и теперь скоро мы уже будем переходить к разным в тусовочный режим. Я думаю, что надо будет задать вопросы, какие у вас есть вопросы. Но чтобы не было бардака, людей же очень много, чтобы вы не кричали с разных углов. Давайте, кто хочет спустить вопрос, он будет поднимать руку, я на него буду тыкать пальцем, и мы пойдем по вопросам. Да, только просьба не кричать сразу с разных мест, иначе вообще будет кошмар, и мы никогда не дойдем до счастья. Вот у тебя вопрос, давай. Виза в страны Евросоюза — очень простое дело, с каждым годом это все проще для россиян, потому что в Евросоюзе 25 стран, которые все конкурируют за кошелек россиянина, и каждая страна, особенно окраины Европы, мечтают полегче давать визы, каждый год какие-то свои, то Финляндия, то Эстония, то Чехия, то Испания. Поэтому, значит, ближе к моменту смотрите, когда собираетесь ехать, какая страна Евросоюза сейчас легче дает визы, вот. И, собственно, в ее посольстве подается. Обычно они требуют минимальный комплект документов, фуфлыжную неоплаченную бронь гостиницы, фуфлыжную справку из банка, то есть вы одалживаете у своих друзей деньги там 100 тысяч или 200, кладете на счет в банке, получаете справку, что у вас есть 200 тысяч, потом сдаете деньги друзьям и справку из банка несете в посольство. Также можете любую еще какую-нибудь справку сделать. В общем, все это очень просто. И страны, особенно страны окраины Европы, очень легко дают визы. И расход ваш будет 35 евро на визу. И еще какую-то страховку нужно сделать, то есть это еще там 10 евро еще добавьте. Если вы никогда не делали евровизу, то обычно ставят визу на запрошенный срок, на 2 недели, например, ну или на 3, сколько вы попросите. А если вы уже в Европу съездили, нигде не проштрафились, не нагадили там ничего, вот, то значит можно уже поставить на год и так далее. Я уже раз 5 или 6 получал шенгенскую визу, причем обычно езжал не в ту страну, в которой у меня было написано. Получил испанскую визу годовую, целый год ездил по испанской визе, так до Испании доехал. Потом получил латышскую визу, поехал зачем-то в Испанию. Потом получил чешскую визу годовую, ездил во все страны, Чехию только потом под конец заглянул. Вот, в общем, с европейской визой все очень просто. Можете найти форум Винского, в интернете все это обсосано очень сильно. То есть европейцы просто сохнут, думают, как бы свою гнилую экономику поднять нашим рублем или евро каким-нибудь, чтобы хоть как-то нас заманить. Особенно окраины, гнилые страны Европы. Ну, понимаете, что Европа, она гниет с краев. В середине там все еще нормально, а на окраине всякая Греция, там всякая Финляндия, Чехия. Все они думают, хоть кто бы к ним приехал из России, бы хоть одно евро там потратил бы. Вот, поэтому они очень мечтают о нас, о русских. Вот. И не огорчайте их. Приедьте, покатайтесь. И потом уедете обратно, не оставайтесь там больше срока визы, иначе на вас обидятся, и в следующий раз уже такую визу не дадут. Вот так. Так что с европейской визой все довольно просто. В интернете все есть подробности. У кого еще есть вопросы, давайте подавайте сигнал. Вот человек с вопросом. А на скольких языках вы свободно объясняете?
На свободное, наверное, объясняю только на русском языке, а так я, конечно, знаю английский, какие-то еще слова знаю на арабском, фарси, индонезийском, испанском, но я не какой-то прямо супер такой докладчик на индонезийском, но когда я там нахожусь, я постепенно вхожу в струю и становлюсь вполне разговорчивым. Вообще все языки учатся по ходу дела, лучше учить язык по ходу дела разговорный, чем год сидеть на языковых курсах и потом не вспомнить там 25 форм неправильных глаголов и прочую всякую фигню. Вот, лучше в стране провести месяц, чем год провести в изучении языков и потом никуда не поехать. Вот. Поэтому языки учатся постепенно. Начинайте с 6 самых полезных слов. В каждом языке есть 6 самых полезных слов. Учите сначала их. Выучите, как будет, конечно, слово бесплатно. Вот, там, или там денег нет, или там no money, или там пульда дарам, например, на фарси, или бетуни фулюс без денег на арабском, или там гензеп елем на амхарском, или пайсанай, песуни. Выучите слово фразу полезную, денег нет или бесплатно. Потом выучите слово можно. Очень важная фраза, слово можно. Вот там по-арабски «мумкин». Потом вы учите слово «прямо». Вот. Вы учите слово «здесь», слово «спать», слово «есть». Ну вот, собственно, все можно, бесплатно, прямо, спать, есть, здесь. Все эти шесть слов дают 720 комбинаций, 720 основных человеческих потребностей. Вот. Если вам поступится какая-то машина в арабских странах, выглядывает водитель, он ничего не понимает, вы говорите «мумкин», «бетуни фулюс», «мустаким». «Можно», «бесплатно», «прямо». Если водитель ворчит и уезжает, значит, или не можно, или не бесплатно, или не прямо. Он стопит на следующий машин, тоже сам приходит на базар, показывает какой-то фрукт, и вы говорите, можно бесплатно съесть. Там или дают фрукт, или нельзя, потому что может это несъедобно, или это там средство от клопов, или еще чего-то и так далее. Вот, так и все остальное. Приходит надо спать, рассказывает спать, говорит, можно спать здесь. Нам говорят, можно, или прогоняют вас, спрашивают в следующем месте. Так что, в принципе, языки, они учатся по ходу дела, кроме китайского. Китайский язык такой дурацкий, они сами понять его не могут, поэтому сами, встречаясь друг с другом, китайцы пишут на ладони иероглифы. Поэтому заведите себе бумажку, где умные люди будут вам что-то писать. И вы каждый день встретите умного человека, обычно он в очках. Умный человек в очках, он вам напишет какие-то слова полезные на местном языке, вы их будете учить и постепенно освоитесь в местной жизни. Так что не бойтесь. Вот, пожалуйста, еще тут был какой-то вопрос, вот ты давай. А какое самое необычное блюдо вам довелось попробовать? Да необычное блюдо-то я и не пробую, знаешь, они же странные, когда блюдо само расползается из тарелки, я и не пробую его. Вот. Я ем обычно самые простые блюда. Блюда обычно всего-то в мире где-то штук 10, наверное. Вся основная еда – это все 10 продуктов. Это крупы разные, это картошка, это хлеб, это молочные продукты, это чай, это какие-то бобовые продукты, ну и еще там несколько. Вообще почти все продукты, они типовые. А всякие извращенные продукты, там, не знаю, какая-нибудь слоновий хобот там в соусе из там слюней младенца. Все это извращенные продукты, сделаны специально для того, чтобы богачей разводить. Поэтому совсем хитрые продукты обычно вас ими угощать не будут. Ну, если какой-то там какие-то кузнечики, какие-то скомые, это ничего-то их не люблю. Они странные, с ножками такими, не интересуют. Они дорогие обычно. Вот, и редко, чтобы угощали им бесплатно. Вот, так что особенным блюдом похвастаться не могу. Все блюда, они хитрые блюда, обычно в буржуй ресторанах нарисованы, а нормальные люди питаются обычной едой, как мы с вами. Вот. Пожалуйста, еще у кого есть вопросы, спрашивайте. Ну, то есть вопросов. Ну, пускай он обвиняет, я послушаю его, вот, спрошу, что он сам сделал для людей или человечества, вот и все. Надо спросить, что он сам хочет похвастаться. Правильно? Вот, это же зависит от того, какой человек. Люди тоже разные бывают. Вот. Одно дело там какой-нибудь там, не знаю, Альберт Швейц или мать Тереза, а другое дело какой-нибудь там интернет-кнопхожом какой-нибудь. Вот, а люди же тоже разные. Послушаю, что он сам сделал, интересно, может он что-нибудь мне полезное посоветовать. Ага. Значит, нужно ждать обычно, да. Когда менты, вот, в мире есть обычно 98% это нормальные люди, а 2% это менты, бюрократы и так далее. Если, значит, в стране идет война, будет война, или недавно была война, то эти 2% обычно дураки всякие. Вот, то есть, если в стране была война, то в менты пошло всякое быдловое общество. Вот, и они вас будут задерживать, потому что вы странный человек, все необычное, это преступное, надо задержать, подождать, пока придет там, майор. Майор придет, если он тоже тупой окажется, подождет, как полковник придет, полковник придет, тоже будет думать, что делать, генерала позовет, генерал в столице, провинции, с ним хреновая связь и так далее. Так что меня несколько раз меня задерживали, даже много раз. Но так, чтобы надолго, вот, два раза я по неделе сидел, один раз в неделю в Батуми, нас всех с друзьями посадили в Батуми, в городе нас, начальник местной милиции, Тенгизской Нцелидзе, в 99-м году в феврале, всю тусовку нас посадил на неделю. Ну, потом уже через неделю нас торжественно отпустили, устроили банкет в честь нашего освобождения, и на торжественно выгнали.
ли нас в Турцию. Такой был случай. Ну, а потом, конечно, прошла в Грузии эта революция, и этого тенгиза посадили самого, говорят. Вот, это значит, с Батуми. Один случай в Эфиопии. Такой был, я неделю сидел в Эфиопии. Остальные все случаи обычно быстрее проходят. Ну, обычно за сутки, если даже какая-то страна тяжелая, типа Афганистана. На Кавказе меня там цапали. Ну, это такой Кавказ, там тоже особенный кавказский менталитет, от Черкесска до Махачкалы. Поэтому имейте терпение, если вы оказались в литовской стране, но в Афганистане, там, в Африке или же там на Кавказе, имейте терпение. Обычно все проходит само, нужно просто уметь ждать. Вот. Отстреливаться там, не знаю, отбирать у ментов оружие, все вредный метод. Ждите, все само как-то рассосется. Вот. Пожалуйста, еще у кого вопрос у тебя? Это сильно зависит от страны, да. То есть, если страна цивилизованная, это можно, в принципе, распланировать. Я стараюсь распланировать. Я люблю вообще все планировать, знать, что будет сейчас, а что будет через 3 года. Мне очень нравится планировать. Но если страна какая-то глухая, типа Папуа-Новая Гвинея, там запланировать совершенно невозможно, потому что мы ничего о этих местах не знаем, и там уже все экспериментально. То есть, если мы путешествуем по какой-нибудь Африке, то, понятно, лучше отделить там 3 недели там, на Кению, месяц на Танзанию, там 4 дня на эту самую Руанду и там 2 недели на Уганду, ну, например. И заранее отделить, и там уже путешествовать в согласии с тем, что найдется там интересного прямо. А если же ты путешествуешь по какой-нибудь Европе, там, где можно легко распределить свое время, понять, что есть интересное, в Википедии указаны все достопримечательности, в каучсерфинге находятся в интернет-сайтах, всякие люди мечтают сейчас позвать в гости. То есть, конечно, страна цивилизованная, или ты едешь там по России, то проще, конечно, заранее все рассчитать. А если ты едешь в какую-то Индонезию, то можно выделить 3 месяца в Индонезию и там уже по ходу дела разбираться. Вот так вот. Так что это от страны зависит. Вот так, от ее надежности. Вот там сзади несчастный человек. Давай скажи что-нибудь тебе. А, например, в Ижевске где можно потратить план? У любого человека, у тебя, например, в гостях. У каждого человека, то есть в Ижевске около 600 тысяч человек. Вот, каждый человек вечером ест. И, конечно же, к нему прийти в гости, и все, и поешь вместе с ним. Тебе приходят гости, ты их накормишь, ко мне приходят гости, я их накормлю. Все очень просто. У каждого человека 600 тысяч мест по приему питания существует. Вот. Что-что? Зачем? Зачем? Вот здесь познакомься на лекции прям. Вот, прямо на лекции сейчас подношу табличку, ну, нуждаюсь в еде. Сейчас меня заберет кто-нибудь, я думаю. Вот, прямо здесь на лекции спроси. Ага, где еще вопрос? Вот. Главное сам, чем больше ты сам у себя людей кормишь, тем меньше у тебя будет сомнений в том. Ты просто живот и мало людей кормишь сам. Если ты хотя бы там 50 человек там в год хотя бы кормишь, не говорю про 500, у тебя не будет сомнений в том, что еды вообще до хрена в мире. Сам больше людей корми. Но если ты даже жмот, то ты даже сейчас можешь спросить людей, тебя с удовольствием тебя накормят вечером. Сейчас пойдет он на лекции, спроси, кто к твоему району ближе живет, вот и накормят тебя, не проблема. Вот на выходе можешь стоять, вот, и все, будет тебе счастье. Ага. Нет, в плену никогда не был, ну, кроме в плену ментов. Вот, то есть, поскольку тому я в плену-то нафиг нужен. Это очень маловероятно оказаться в плену, если я не воюю. В плену оказываются обычно солдаты или очень глупые люди, которые изучают линию фронта, переходят ее и оказываются в заднице. Вот, так что нет, не был. А у вас есть дети? Нет, детей мне не нужно. Нет, не хочу. Если бы хотел, у меня уже были эти дети. Зачем мне эти дети? Вот, в мире уже 7 миллиардов человек уже есть. И вот смотри, в Москве 15 миллионов. Зайдешь там в метро, скажем, в 9-15 утра, видишь, людей уже дофига. Вот, так зачем же новых-то клепать? Я понимаю, людей мечтают сделать там, скажем, монголы. Вышел монгол из юрты, поп, 3 версты, ни одной юрты нет. Думает, как пусто и грустно. А был бы здесь какой-нибудь еще человек, я к нему в гости бы зашел. И человек с горя начинает размножаться. Вот, думает, надо сделать детей. Или какой-нибудь там Папуа-Новая Гвинея, лес густой. Кто бы этот лес срубил, спилил? Нет счастья в жизни, думает, размножится, заводит детей, и все нормально. Так что, ну, у меня нет такой особенной такой надобности, потому что уже видно, вокруг уже 7 миллиардов людей уже есть. Ну, куда же новыми? Давайте с этим пока разберемся, которые уже есть. Ага, пожалуйста, еще вопросы у кого? Задавайте. Да? Ну, давай ты там рукой машешь, давайте. Есть какое-то место в мире, куда бы вам хотелось возвращаться снова и снова? Ну, я возвращаюсь во все хорошие места. Я люблю все большие города мира, все мегаполисы. И Россию, и Москву. Во-первых, я люблю Россию, потому что я в нее всегда возвращаюсь. Вот, и потому что я здесь родился, и я здесь приношу наибольшую пользу. То есть я стараюсь возвращаться в те города, где я приношу наибольшую пользу. Это Россия, это там, ну, понятно, Украина, Белоруссия, вот, Средняя Азия, Индонезия в том числе. В этих странах я приношу наибольшую пользу, я в них все время возвращаюсь. Вот, об этом даже можно стих прочитать. Очень простой он такой. «Среди лесов Калимантана». Среди фруктовых насаждений
В зубах клочки от дуриана, и в брюхе много наслаждений. Под шум, под запахи мотора, под вспышки гроз и грохот неба, среди вселенского простора и в городах, где раньше не был, достигну дальнего предела, я, забираясь все южнее, но не забыть вернуться к делу, в страну, которой я нужнее, с Калимантана и с Памира. Домой я возвращаюсь, чтобы тащить тепло и солнце мира туда, в российские сугробы, где, может быть, смеются реже, где климат может холоднее, но не забыть, на свете есть же страна, которой я нужнее. Вот и все. Вот вопрос еще, да? А что вы с снижением вещей и прочее берете? Это зависит сильно от путешествия, там, на север одежды побольше берешь, на юг поменьше, вот. Это еще зависит от стиля жизни вообще самого человека. То есть понятно, что у меня там одни какие-то вещи будут, у тебя другие, у каждого свое. Там, я писатель, я ноутбук с собой беру, книги какие-то пишу, я там что-то фотографирую, фотоаппарат беру. Понятно, что полезно иметь, рюкзак полезно иметь, спальный мешок иметь тоже полезно. Вот, надо же в чем-то спать в кровати, это не все, не напасешься на вас. Вот, кружку, ложку, кипятильник очень полезно брать. Кипятильник очень полезная вещь, экономит вам тысячи долларов каждый кипятильник в ваших путешествиях. Начиная от угандийской деревушки, где вы его там воткнете где-нибудь там в школе, вот, в учительской, и кончая там международным аэропортом Франкфурт, где вы тоже воткнете, там все пойдут за кофе по 3 евро, а вы там себе литр закипятите и кашу себе сварите, и все нормально. Так что кипятильник, кружка, ложка, мозги, спальный мешок, вот, загранпаспорт полезна тоже вещь. Ну, а остальное уже у каждого свое какое-то есть, свой комплект вещей, который возникает сам по себе в ходе вашего путешествия, зависит от вашего стиля жизни. Художник там с мольбертом, этот самый с гитарой музыкант, какой-нибудь там модник там с тремя парами там ботинок и штанов и так далее. Вот. Ну, у каждого человека свои будут вещи, поэтому нет одного универсального комплекта вещей для вас, для всех, товарищ. Вот. Главное, вы этот рюкзак набьете, и главное пару дней походить с ним по Ижевску пешком, чтобы проверить, насколько вам удобен, чтобы потом вернуться домой, все ненужные вещи оставить дома и поехать уже с нужными. Если даже что-то нужное не взяли, то постепенно у вас-то появится, подарят или купите, или как-то найдете. А если же вам что-то не нужно, ну, избавляйтесь нафиг. Вот. И главное, чтобы это не было тяжело, не надо таскать с собой там в путешествии там 40 килограмм вещей, иначе не путешествие будет не путешествие, а страдание думать, куда рюкзак пристроить. Так что главное кипятильник возьмите, и мозги, и паспорт, остальное приложится. Вот вопрос в очках-то. Я просветитель, занимаюсь просвещением населения, рассказываю, что мир хороший, что люди добрые, что нет плохих народов и стран. Рассказываю, что мы все одно человечество. Рассказываю о единстве человечества, не только рассказываю, но и показываю, как единство человечества работает на практике, в домах для всех, на слете и так далее. Я проповедник единства человечества. Вот, и организую разные интересные мероприятия, связанные еще с путешествием. Вот так. Воруют, но очень редко, раз в несколько лет буквально. Вот, то есть это уже известно каждому, кто учился в университете, квантовая механика, диффузия молекул. Знаете, молекулы, кванты всякие, электроны, все предметы, все диффузируют. Поэтому вещи как-то куда-то деваются. Вот, поэтому раз там в несколько лет вас что-то может сдиффузировать. У меня там два фотоаппарата диффузировали. Один в Греции, знаете, в Греции кризис. Вот, один фотоаппарат в Мексике, например. Что еще убегало? Вот, кипятильник один папуаса украли. Зарядное устройство украли. Ну, фетишизм у них. Они, значит, как-то, видимо, поклоняются этим теперь предметам. Вот, что еще? Теперь три раза в моей жизни люди в форме милицейской у меня воровали деньги. Вот, больше никто у меня денег не воровал, кроме ментов. Один раз в Нальчике в 96-м году, другой раз в Иране, ну не знаю, настоящий менты или подложный, кто же знает. Вот, один раз в Малайзии. Вот, так что три раза меня воровали представители власти или люди, которые, по крайней мере, были на них похожи. Вот, ну а так, чтобы это постоянное воровство, конечно, нет. Вот, то есть воровство не такое большое, чтобы там воровали в дороге больше, чем дома. И все, ну что-то подворовали. Но это нормально, главное, вы сами не воруйте. Помните, что мир круглый. Все, что у вас есть, оно, все, что нужно, найдется. Что ушло, то вернется. Вот. От вас постоянство, благодарность за цепочку событий. Помните, что любая последовательность событий всегда правильна. Если какой-то у вас предмет какой-то исчез, ну потом появится новый, не беспокойтесь. И никогда не покупайте дорогих вещей стоимостью больше одного трудного дня. Вот так. Вот там с вопросом человек.
Ну, мне еще 40 лет, у меня очень мало заболеваний в моей жизни было, потому что обычно о заболеваниях люди говорят уже за 70, за 80 в поликлинике сидят и вспоминают. Вот, значит, вы по заболеванию, у меня сейчас насморк, например, появился, подцепил ёшкарный насморк, вот, наверное, голос такой дурацкий из-за этого. Вот, значит, вот ближайшее заболевание. Но думаю, оно само пройдет. Потом, значит, из других заболеваний. Два раза я болел малярией в 2000 году и в 2011 году в Папуа-Новой Гвинее и в 2000 году в Замбии. Оба раза лечился таблетками. Один раз в Индонезии подцепил лихорадку Динье, но она проходит сама без таблеток. Просто неделю там, ну как, меньше двигаешься, она проходит сама. Других никаких заболеваний не было, смертельных болезней не было. Вот, и вообще вероятность заболеть, она не такая большая. Путешествие, оно оздоравливает организм, делает человека более гибким, более устойчивым. Главное, не пейте там в Африке там сырую воду, не кипяченую. Мойте руки перед едой, где есть такая возможность. И если вы в тропиках путешествуете, всяких Индонезиях, там, Танзаниях, Мадагаскарах, спите под сеточкой или под вентилятором, или в палаточке, чтобы вас не кусали ночью комары. Потому что самые опасные животные, ну, после человека, это комар. Вот, то есть, если самое опасное в мире животное – это человек, а второе, значит, это комар. Комары убивают много сотен тысяч людей, потому что не переносят малярию, лихорадку, деньги и так далее. Поэтому смотрите, чтобы ночью вас не кусали комары. Это, конечно, и дома неприятно, в Ижевске нехорошо, как комар кусает, но где-нибудь там в Эфиопии комар еще малярию переносит, поэтому лучше всего спите под сеточкой. Днем вы комара легко обнаружите, а ночью пока спит, он вас кусает. Вот так. Так что это самые основные заболевания. Малярия, лихорадка, денге. Если у вас еще желудок не привык к всяким вкусностям тропическим, то иногда может возникнуть в желудке амеба. Вот. Ну, у меня уже давно не возникало, уже 15 лет. Так, если там, ну как, поднос температуры домой хочется. От нее там тоже таблетки есть. Не страшно. Ага, вот тоже просто. Ну, одну страну какую-то трудно назвать, потому что каждая страна, начинаешь в нее погружаться, начинает офигенно впечатлять. Путешествие, скажем, по Индонезии, там страна 17 тысяч островов, и там едешь по ней там месяцами, и это все больше и больше впечатляет, и привыкаешь к ней. Очень, скажем, интересно, Мадагаскар, например, он офигенный, я про него тоже отдельные лекции читаю, про Индонезию, про Мадагаскар, у меня отдельные лекции. Очень интересный, но индустриальный Китай, вот, он не бомж-страна, а наоборот, такая из развитых стран, как там все строится, работает, производится. Китай просто офигенная страна. Вот. Значит, конечно, интересная Индия. Но Индия, она, наоборот, из пролетарских стран. Вот. Индия, она интересная. И так, в принципе, в каждой стране, где долго находишься, она начинает очень сильно впечатлять. Вот. Хоть там Россия наша, хоть Судан, где очень классные люди, хоть, например, очень хорошая для путешествий Турция, например, замечательная страна, вот, с очень хорошими людьми. И жалко, что политики наши с ней там поругались. Вот. В общем, каждая страна большая, она очень впечатлит, если ты начнешь ее понимать. Первый день любая страна непонятная, первый день кажется, что все дорого, язык непонятный, в гости не зовут, все люди вредные. А потом постепенно начинаешь улучшать свое понимание страны, и через два месяца уже уехать туда не хочется, потому что так классно все. Так что впечатляет любая страна, в которой находишься долгое время. А так, по самым впечатлительным странам, я написал хорошие книги. У меня есть, например, книга «Страна А» или «Автостопом по Афганистану». Это когда я путешествовал по Афганистану, меня очень впечатлил Афганистан в первой поездке. Я написал такую книжку про Афганистан. Про Китай у меня тоже есть такая книга. Китай – самая другая страна. Она самая другая, самая необычная. И тоже у меня книга есть про Китай. Там не только рассказ про Китай, но и полезные свойства Китая. Вот. Очень интересная страна Индия. Вот, автостопом Индия, тоже есть книжка. И еще, конечно, папуасы. Папуа-Новая Гвинея – это тоже офигенная страна. Хотя она, конечно, далеко от Ижевска находится. Если вы никогда не были там в Кизу, то, конечно, рано ехать в Папуа-Новая Гвинея. Но если вы уже в Кизу были, болезненно были, даже в Перми бывали, то следующее может быть Папуа-Новая Гвинея. Вот у меня такая книжка с картинкой, как раз описывает Папуа-Новую Гвинею. Также в моем блоге можно почитать самые разные интересные страны, ну, в том числе про Штаты, например. Вот, мои отчеты, новости и фотографии. Вот вопрос, девушка, давайте. Какое у вас образование? Я имел несчастье около 10 лет торчать в школе. То есть у меня был такой период в жизни. Мы все в советские годы были в плену системы и были вынуждены торчать в школе, потому что я не знал ни одного нормального человека, который бы в школу бы не ходил. Все ходили, я тоже был, хотя прогуливал, конечно, половину времени, но все-таки ходил. И два года я проучился в институте на прикладной математике. Потом ушел и стал свободным человеком. Вообще такая сказка современного мира говорит о том, что надо
15 лет просидеть, заниматься тем, что тебе не нравится, а потом все будет тебе нравиться. Но практика наоборот, что 15 лет занимаешься тем, что тебе не нравится, и потом еще 30 лет занимаешься еще чем тебе не нравится, а потом помираешь. Поэтому, ребята, в институтах очень немногие люди находят себе счастье. Таких процентов 10 только. Вот, только 10% людей, учащихся в институте, получают там реально полезные для жизни знания. А большинство людей, конечно, не понимают ничего, только штаны просиживают. Я это вовремя понял, сбежал и стал свободным человеком. А некоторые люди вот до сих пор учатся. Ужас какой. Вот, ага. Скажите, пожалуйста, женщины с вами путешествуют автостопом, как вот им? Не только со мной, сами по себе путешествуют женщины. Я ж не машина по перевозке женщин, правильно? Вот, женщина тоже человек, тоже может путешествовать. Много женщин осуществляют большие путешествия, кругосветные путешествия. Ездят там на Памир и в Тибет, в Афганистан и на Кавказ, в Москву и Петербург, в Ижевск и там в Екатеринбург. Женщины тоже путешествуют. Есть много знаний о женском автостопе. Вот. Во-первых, есть на сайте АВП раздел «Творчество самоходных женщин». Женщины пересекают пешком Чукотку, вот, Камчатку, бывают в самых разных местах. Пишут книги о своих путешествиях. Есть книга «Девушка на обочине», это книга Танечки Яшниковой про женский автостоп. И еще одна книга есть. Прикольные случаи из моей практики, стрёмные случаи из моей практики. Эта книга тоже про женский автостоп. Танечка Яшникова, она же Козырева. Вот. Она написала книги про свой женский опыт автостопа. Проехала в одиночку около 500 тысяч километров. Может, как-нибудь и с лекцией вам Вижевск завернет. Так что женский опыт описан в книгах. Женский опыт описан на сайте. Женский опыт можно обнаружить на слете АВП. Там много самоходных женщин приезжает. И также есть в интернете лекции самоходных женщин. Главное, не сильно оголяйтесь, имейте мозг. И не бойтесь, то есть вообще говоря, если вас там, ну, в Ижевске ни разу не изнасиловали, то, вероятно, вас изнасилуют там где-нибудь и в Перми, и в Екатеринбурге. Странно так думать, что если здесь, например, все такие хорошие, а вокруг везде злодеи. Мир-то он примерно ровненький. То есть если здесь все нормально, то и в Сингапуре тоже все будет нормально. А если вы тут все время в яму падаете, вот, то, значит, вы уже попадете в яму и где-нибудь там в Оренбурге тоже. Будете внимательно смотреть под ноги. Вот так вот. Ну что, давайте еще парочку вопросов. Давай ты. А я открыл, я же сказал в начале лекции, я открыл телепортатор. Я обнаружил, что можно путешествовать. Потому что после того, как доезжаешь до Калинина на электричке или ну, на Твери, там есть другая электричка в Благое. А с Благое есть другая электричка в Акуловку. А с Акуловки в Малой Вишере, а с Малой Вишере в Ленинград. Когда я открыл телепортатор, как было им можно было не воспользоваться. Я открыл телепортатор, стал им пользоваться. Странно, что некоторые люди почему-то им не пользовались тогда. Ага. Ну, мы находимся в мире людей. Одиночество может быть в Антарктиде, у какого-нибудь Амундсена Скотта, особенно у Скотта, пошел в Антарктиду и сдох там. Вот, это такое вот чувство одиночества. А также мы окружены людьми всюду. И все, я вообще городолюб, я люблю города, мне города больше нравятся, чем пустыня какая-нибудь там, Арктика. Всюду какие-то люди есть. Если даже поначалу, приезжая в какую-нибудь другую страну, там, в ту же там Индию или там в Иран, ты поначалу первый день еще не знаешь, а потом оказывается, люди где все правильные приклеиваются, ты уже знакомишься с людьми. Для этого оно путешествие происходит, и ты находишь разных друзей, знакомых, и очень классных людей обнаруживаешь даже среди папуасов. То есть потом и папуасы классные оказываются, и малайцы, и даже среди индусов. Да потом, если кто-то имеет несчастье иметь профиль на Фейсбуке, потом только отбиваетесь от всяких там «Hello», «How are you?» и так далее, вам все заинтересуются. Вот, я к тому, что люди хорошие во всех странах, и даже в Папуасии, и в Монголии, и так далее. Одиночество нет, конечно, я не ощущаю. Как же могу ощущать одиночество, где я не появляюсь, всюду я нахожусь в центре внимания. Хоть я в Пакистане нахожусь, хоть я нахожусь там в Владивостоке или в Москве. Всюду я в центре внимания. Так что наоборот, я никогда в жизни, у меня не было ни одного дня, чтобы я был без людей. Даже мне интересно такой поглянуть момент. Когда я домой прихожу, мне каждый день люди. Я приезжаю в Ижевск, вот здесь приходят люди. Прихожу в Казань, там люди. Даже приезжаю в Папуасию, там тоже я выступаю там, среди папуасов, там без микрофона, потому что у них микрофон нет. Вот, там собираются всякие люди. Так что даже интересно, что люди везде. Проблема не то, что одиночество, а даже проблема интересно попробовать, какое оно одиночество, как оно выглядит. Хрен его знает. Вот ни разу я не было суток, чтобы вокруг меня человека другого не видел, не приходилось ни разу. Как-нибудь вот, не знаю, в этом десятилетии попробую хотя бы один день себе и такой придумать, уйти в лес, а быть в одиночестве. Никогда еще не получалось. Вот. Вот так у нас одиночество, неизученный вопрос для меня. Пожалуйста, еще у кого есть там вопросы, вон ты. Кто это говорил? Такого никогда не было, как-то плен. Нет, это вы что-то не меня читали, такого не можно. Как нас могли в плен? Кто? Вот, понятно, что менты там иногда задерживают и так далее. Кто нас может в плен взять? Нет, такого, конечно, не было. Опасные страны, они живут обычно в вашей собственной голове. Вот, то есть человек сам предполагает, что это опасно. Люди-то, они все более-менее
ровные, нет такого, что какие-то опасности. Конечно, где-то там, если поедешь в Донецк, лучше там не пересекать линию фронта с Украиной. А если едешь там в Афганистан, тоже на минные поля лучше не наступать. А в плен нет, такого не было, можешь пересчитать еще раз. Все было нормально, но пару раз задерживали менты, даже несколько раз менты задерживали. Такие у них свойства у ментов. Вот. Вот так, ага. Я знаю, что мотивирует. Такое слово такое заумное. А по-русски есть такой вариант мотивирует? Что движет? Ну, сам себя двигаю, понятно. Сам моя собственная голова, руки, ноги, мой собственный план жизни, вот, меня и движет. Нет такого, что снаружи я повесил, там, не знаю, портрет там Федора Конюхова себе на лоб, и он меня вдохновляет, или портрет Конюхова, или там какой-нибудь, или какого-нибудь еще там, не знаю, Шанина или Ворова. Никто мне не вдохновляет, сам себя вдохновляет. Вот. Не пресыщение, конечно, не происходит. Если это твое дело, то оно не будет пресыщать. Так же трудно художнику присытиться рисованием, композитору присытиться, там, не знаю, писанием там, музыки, а писателю присытиться писанием. Если человек своим делом занимается, то не будет пресыщения. А если вы занимаетесь чужим делом, которое вам не нравится, вот вы там хотите там собирать, не изучать белых медведей, а изучаете вместо этого там ядерную физику, вам надо осточертеть скоро ядерная физика. А если вы занимаетесь, вам вас прет от ядерной физики, то она вас не перегрузит, все будет нормально. Вот это мое занятие такое. Я путешествую, организую разные интересные мероприятия, тусовки, слеты, книги пишу, это моя жизнь, как моя жизнь, может надоесть. Я мне моей жизни надоест, ну значит уже все, помер уже, значит тогда. Все, тогда что-то следующее уже будет. Вот так. Наверное. Ну сам я движусь, нет у меня, чтобы кто-то меня движет, нет такого, что что-то меня движет. Ну ты загрузил, наверное. Ну после лекции попробуй там завершим, попробуй подробнее объяснить, чем меня движет. Я сам себя движусь, мои собственные планы жизни. Я понимаю, как устроена моя жизнь, я, собственно, и руководствуюсь своими планами на жизнь. Никто чужой меня не мотивирует. Потом после лекции попробуй как-нибудь яснее объяснить, может быть, объясню, что тебя там мотивирует. Может, я объясню, что мотивирует меня. Пожалуйста, еще остались какие-нибудь вопросы более понятные. Ага. В последнее время вы реже путешествуете автостопом? Не больше... Да, конечно. Время же. Время – деньги. Разумеется. То есть, когда уже по России уже очень много ездил автостопом, понятно, что еще раз, если 10 раз, конечно, не будешь ехать автостопом обратно в какую-нибудь трассу Москва или Петербург или Омск-Новосибирск. Конечно. Когда страна какая-то уже известная, конечно, и есть много разных дел, то проще воспользоваться транспортом. Я, скажем, за последний год, где только не был, приходится пользоваться платным транспортом, потому что он быстрее. А если новая страна какая-нибудь... Ну, конечно, приятно приехать автостопом. Такой вот сейчас вот в Донецк автостопом даже приехали из Ростова. Вот, можно приехать автостопом в Папуасии, там путешествовать в Индонезии, там очень прикольно путешествовать автостопом. А если уже много раз ездил по одному и тому же месту, что еще раз автостопом там ехать? Конечно, можно сесть на паровоз и поспать. Вот, все очень просто. Вот. Ага, вот там вопрос. Столько же, сколько и дома. То есть в путешествии каждый человек тратит столько же, сколько и дома, плюс расходы на визы. Вот. То есть путешествие не оказывается дороже, чем обычная ижевская жизнь. Человек, который тратит там в Ижевске 100 рублей в день, столько же и будет тратить в дороге. А человек, который тратит здесь 1000 рублей в день, столько же и в дороге будет тратить. Причем в дорогих странах человек тратит гораздо меньше, чем в дешевых. Вот. Ну, так, покупает гораздо меньше. Человек приезжаешь куда-нибудь там, Ботсвану или Америку, думаешь, блин, как тут все дорого и неинтересно. Не буду ничего покупать, поддерживать эту гнусную экономику. Ничего не покупаешь. А приезжаешь в Индонезию и думаешь, ой, это дешево, в России себе не могу позволить, давай я здесь начну наслаждаться. И начинаются всякие расходы дурацкие. И поэтому во всех странах примерно одинаковый уровень расходов возникает, что в Индонезии, что в Америке, что в Ижевске. Вот так. Так что каждый будет путешествовать, тратить столько денег, сколько у него есть. А когда деньги кончатся, уже перейдет в безденежный режим. Вот. Ну, мы скоро будем переходить в такое состояние брожения. Я сделаю такое резюме, вопрос может быть еще очень-очень-очень много. Но они в основном-то вопросы более-менее ясные. У меня есть в интернете книга «Антон Кротов отвечает на вопросы». Я эта же книга есть, собственно говоря, и здесь тоже на витрине. «Антон Кротов отвечает на вопросы». Можно будет потом, после окончания мероприятия, ее подцепить. Но самая главная книга – это желтенькая книга «Практика вольных путешествий». Она и все, что лежит на этой витрине, можно вот здесь, вот с этого края, приобрести за любое пожертвование. Возьмете там одну или две книжечки себе, практику какую-нибудь еще, и прочитаете, и все поймете. И потом, собственно говоря, не откладывайте, не тяните резину, не ждите, что кто-то за вас
вам даст пинок. Я вас уже пинаю, все. Уже можно путешествовать, вы уже готовы. Если вы что-то не знаете, книжку прочитали, все не знаете, приезжайте на лесной трезвый слет. Там, на лесном трезвом слете, вот, в июне, вы пообщаетесь с другими людьми и все поймете. Можете прямо со слета уже ехать или в Астрахань, или в Владивосток, или куда, собственно, захотите. Мир открыт. Помните, что мир хороший, что люди добрые. И напоследок скажу, что путешествия, чем они хороши, чем они полезны. Путешествия позволяют продлить человеческую жизнь путем ее интенсификации. Каждый день, проведенный путешествием, дает нам больше знаний, чем неделя обычной и женской жизни. Неделя путешествия дает нам больше знаний, чем целый месяц жизни дома. А если вы путешествовать будете там полгода, то это даст больше знаний, чем пятилетка обычной жизни в домашних условиях. Поэтому хотите путешествовать – путешествуйте. А если вы не хотите, то ничего там страшного нет. Главное – ищите свое главное дело на этой земле и делайте его хорошо. На этом мы перейдем в тусовочный режим. Всем спасибо, кто пришел на мероприятие. Подходим, спрашиваем уже в частном порядке, какой там еще книжки или еще чего-то. Все, здесь можно уже присмотреть себе. Пожалуйста, подходите.